Все, ушел. Я обманул. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Абгай, Неон, Леон, пацанчики, поздоровайтесь. Всем хай. Привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 3, самая любимая рубрика на моем канале, аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Сегодня, ребята, я буду брать очень классных, больших аниматроников, они даже, в принципе, не лазят в карту, но это не один из тех, кто самый большой, есть там много больше. Пацаны должны поставить там шкафчик, и у нас сегодня необычные правила. Пацаны будут прятаться в шкафчик. Если они сидят в шкафчике, я не могу их убивать. Даже два шкафчика поставили. Давайте проверим, как они будут прятаться. Пытались они построить что-то двери, пытались, но что-то не получилось. Очень детализированный аниматроник. А если я нажму Е, я не смогу открыть двери? Нет, двери не открываются. Эти двери не открываются. Ну все сработало, не могу я к вам попасть, поэтому мы будем потихоньку уходить. А я сам стою и думаю, может кто-то из вас выйдет, никто не выходит. А вы знаете, да, что я рядом стою? Ха-ха, вот хитрые жуки, я думал, вы все-таки выйдете, я вас сразу хрясь и убью. Ну то ладно. А, я вижу, вы поставили экран, кнопки, вы теперь можете чекать, где я по карте хожу? Хорошо, хорошо. Ребята, давайте я вам покажу, какие у нас есть аниматроники. Они просто гигантские. Смотрите. У меня голова даже в карту не влазит. Он какой-то мега здоровый. Но есть еще больше, смотрите. Ого, он кабан какой. А есть звуки? Ой, прикольно. Я приближаюсь. Ну-ка. Отлично. Ну что ж ты, ничего, да не успел в шкаф залезть? Чуть-чуточку. Так, давайте будем обманывать их, обманным путем. Так, я не... Ого, не камер наставили. И тут, что ли, куча камер? 5 штук. Эй, надо было 4,5. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят. Каждый день стараемся людям поднять настроение и записать то, что вам нравится. И можете под этим роликом написать то, что вы хотите увидеть в следующей серии. Мы прислушаемся и записываем, потому что... В этой серии, что вышло сегодня, вы все написали «Аниматроники пугают охранника». И мы с удовольствием записываем эту рубрику для вас. Ну что вы, пацаны, я же невидимый был. Ладно, ладно, давайте будем по-честному играть. Ну а хотя аниматроники могут же невидимыми ставать. Это уже, возможно, сделали нам. Значит, я могу ходить невидимый. О, какой волчара. О, давайте... Ай, блин, одну жопу видно. Давайте вот так пройдем. О, привет! Что? Один успел залезть, второй не успел. Ну-то ладно. Продолжаем. Давайте возьмем немножко маленького аниматроника. У нас есть вот такой вот челик. Вам слышно? Да. Он вентиляции полез, скажите. Эй, нет, я не вентиляция. А я могу в вентиляцию лазить? На самом деле, наверное, могу. Опа, кого-то есть. Надо же прятаться, мы же договаривались, пацаны, ну... Пошел, пошел, пошел. Негодяюшкин сын. Так, что у нас тут? Все хорошо. Карта очень классная. Надеюсь, вам эта пиццерия нравится. Можете написать, какая вам пиццерия больше всех нравится. Моя любимая пиццерия это FNAF 3. Не знаю почему, но она очень круто сделана. Она маленькая, но при этом есть разные ходы. Здоровенное стекло, где можно наблюдать аниматроников и показывать им дули. О, вы поставили дверь. О, спасибо, что открыл. Молодец, моя школа. Я могу ее закрыть? А, надо кнопки ставить. Я понял, я понял. Так, ребята, все хорошо. А ну-ка. Что я могу делать? А, я могу бояться света. Пошел, 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 пошел. Ну что ты невнимательный? Я буду убивать каждого, кто будет стоять и смотреть на классного аниматроника. Давайте пройдемся по карте. Надеюсь, пацаны сейчас сконцентрируются, не будут так сливаться. Пошел. Вы слышите меня по звуку, где я по карте хожу? В самом дальнем комнате. Да. Вы все знаете, да, я так понимаю? Хорошо.
Хорошо. Тут не везде камеры стоят, но... А, вы не можете просматривать самую дальнюю часть, да, на карте? Там есть одна. Опа. Кого я взял? Балерин? Так, все-таки нам пора уже записывать рубрику «Угада аниматроника по звуку». Ребята, если этот ролик собирает 2000 лайков, мы сразу записываем рубрику «Угадай аниматроника по звуку». Мне кажется, это будет новая рубрика, которая очень хорошо зайдет, и угадывать буду я. Как вам такая музычка? Даже видно. Специально иду не быстро, чтобы вы успели запрятаться в шкафчике. Это первый левел, первая ночь. Вон тебе коридор просматривается. Да-да-да. А ну я посмотрю, как там в камере видно все. О, я вижу себя. Так, это вы можете вентиляцию. Тогда зашел аниматроник и чекает, что вы тут можете у нас увидеть. Так, вот это, вот это, вот это. Отлично. Пошел, 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 мужик. Вы еще в шкафчике сидите? А я вижу, вылез. Так, идем назад. А ты, блин, ну смотри, залез назад. Хорошо, у нас еще вот такой челик есть. Он вентиляции, скорее всего. А, я не могу пройти вентиляцию, застревает жопа моя. Да. Такой говорит радостно, да. Ну сейчас я вам приду, сейчас. Я вижу, ты смотришь на меня, я иду к тебе. Я приближаюсь, идет псих-убийца. Так, слышу по запаху, пахнет говном отсюда. Эй, выходи, подлый трус. А вы не можете выйти, если я нажму, да, ничего? А если... Вот дайте проверить, смогу убить через двери? Нет, не могу. Кстати, очень классная идея, можно прятаться в шкафчике. Чего мы раньше так не делали? Это же гениально. Так, давайте немножко возьмем их хитростью. У нас есть челепиздри, который очень маленький, я могу им аккуратненько вот здесь пройти. Мне нравится, это же круто, ну. Давайте сходим сюда. А ты по камерам меня не увидел вентиляцию? Там же у тебя камера стоит, ну. Что за мина? Давайте я деактивирую мину. А что она не взрывается? Мина, взрывайся. Не хочет. Пацаны, отсыревшая мина просрала она у вас. Видно, в воде побывала. Вот, блин, смотри, бочки поставил. Эй, вы везде забаррикадировались. Я никак не подберусь к вам. Ага, один тут стоит. Залагал. Отлично. Это же залагал? Залагал. Бывает, бывает обстоятельства. А что у нас тут? Ага, это тупик карты. Давайте возьмем еще какого-то аниматроника. У нас же целая куча классных аниматроников. Идет балумбой, хочет у вас украсть свет. Так, какие еще звуки? О! Я такой быстрый? О, у нас есть другой режим. Значит, в этом режиме я смогу убивать вас. Ого! Даже калитка как-то у вас отвалилась странно. Не хотел, не хотел. Кстати, я не знал, что он бьет на расстоянии. Так, у нас есть марионетка. Вы сейчас увидите, вам понравится она. Я снял маску, иду без маски. Прикольный звук-то анимации, слышите? Эй, открывай двери, я вам пришел поколядовать. Хорошо, хорошо, мы сейчас через вентиляцию к вам зайдем. Очень классные охранники, мне нравится, как сегодня они играют. Все по-честному. Эй, убил! Это тоже бьет на расстоянии? Да что вы такие злые аниматроники? О! Так, подождите, я застрял в пузе своем. Пошел, пошел. О, я могу лезть на картофанах. Пацаны, кто не успеет запрятаться, замочу. А, я не могу через решетку мочить. Ах ты хитрый жук. Пошел, пошел, пошел.
Я тут тоже не могу пролезть. А как же к вам добраться? Там двери, здесь бочки. У нас есть еще... О! Ну. Привет! Я могу через решетку вас как-то убить? А ну высуню бошку, я тебя смогу убить? О, красавчик, молодец, моя школа. Проигрываешь только так. Балунбой, убийца идет. Нет преград, но есть цели. О, что-то вы запустили такое говно дымящееся. Ого, вы накоптили. Я думал, что у вас там пожар какой-то горит. Так, что-то невидимое. О, у нас же есть аниматроник, который может убивать на расстоянии. И убивать, и получается может ударять пропасть. Шпонь, шпонь. Отлично. Эй, ну что ты? В шкафу сидел. Я могу бомбу уничтожить. Не могу. Идет плюш-трап убийца. Неадекватный аниматроник. Эй, хорош шуметь. О, гармонист. Идет, идет, идет. Как вам музыка моя на гармошке? Топчик. Топчик, хорошо. Сейчас я к вам подойду. Эй, а что произошло? Анимация, да, сработала? Понял. А вот это вот. А я иду. О, ха-ха, прикольно. Пацаны, смотрите, что я могу. Дискотеку вам могу устроить. Или вот так могу встать. Опачки, на одну ногу. Как вам такое? Подождите, я знаю, что она может танцевать макарена. Эй, вы сейчас меня воротами убьете. Бабушки. Прикольная музычка играет. Я не знал, что она такую музыку запускает крутую. О! Тара-тара-тара-тара-тара-ра. Ребята, кто знает эту песню, напишите в комментариях. Я знаю эту песню, потому что эта песня очень старая. Ну, называется «Макарена». Танцуем себе, стоим. Это, знаете, отвлекая внимание. А сейчас придет и жесткого замочит всех. Ну, я вам танцую песню, вы не выходите, ну. Опа-па. Я же знаю, я вас вижу, вы там стоите. О, давайте проверим одну фишку. Если я возьму плюш-трапа, я смогу удалить их ящики. Ой, я застрял. Нет, ящики не удаляются, это не считается за проб? Да ладно, я должен удалить все. Все, ушел. Я обманул. Это же аниматроник, они очень хитрые. Ушел, ушел, все, точно. Ой. Я обманул, я пришел. По красоте все у нас получается, мне нравится. Все больше и больше. Так, я сюда иду. Че за мины, А ну взорви, убьет меня или нет? Что-то я передумал. Мне кажется, 700 жизней сразу вынесется. Я не могу удалить меня. Почему? Ого, дало под срачником. Я знаю, где ты живешь. Не успел. В холодильник решил залезть. Это так не работает. Так, давайте возьмем братушку его. Лезет, лезет, лезет. Эннард, 830 тысяч жизней. Кто его убьет? Ты? Эй, засунь в жопу себе свой пистолет. Вы даже мне ничего сделать не можете. Слышь, закрывай. А я могу залезть? А ну выйди со шкафчика, я смогу залезть или нет? Для интереса. А ну-ка, я сейчас я нажму. О, так что аниматроник может прятаться тоже в шкафчике? Ну это же круто, ну. Очуметь, я не знал. А ну еще разок. Четко, мне нравится. Ребята, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.